Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Знакомы с парнем 2 года, встречаемся 3 месяца. Значит, общались в одной социальной сети. Он удалил страницу после обмена номерами, но я волнуюсь, что он мог так от меня избавиться, типа расстаться. Мой звонить нельзя по ряду причин. А, пожалуйста, можете предположить, почему он станет убран после обмена номерами. Смотрите. На самом деле, я вот не думаю, что предположение, да, это вот, сильная сторона психолога. То есть я не думаю, что психолог делает что-то хорошее, занимаясь предположением. Я все же думаю, что это больше из какой-то такой области, да, больше из области погадать. Вот я не хотел бы заниматься гаданием. Вот. Я думаю, что вот есть вещи, которые, вот знаете как, довольно сильно бросаются в глаза. Вот. В частности, то, что вы восприняли вот его поступок, да, то, что он удалил свою страницу, да, вот вы восприняли как то, что он хочет с вами расстаться. Вот. Ну, понимаете, ведь нужны причины, нужны какие-то предпосылки для того, чтобы с вами расстаться. Если вы думаете, что человек хочет с вами расстаться, а ничто на это не указывает, да, и ничто не является, ну, условно, предпосылкой, то это больше про ваши страхи. Вот, про ваши страхи, там, к примеру, не знаю, быть брошенным, вот вы можете бояться быть брошенным. Ну, вот, вы можете бояться, что вы можете считать себя там, недостойной отношений и так далее. Ну, вот. И это вот уже на самом деле куда более такая серьезная история, нежели чем то, что вы нам преподносите в своем рассказе. Вот, то есть работать здесь, на мой взгляд, нужно именно вот с вашей самооценкой, да, работать нужно именно вот с вашим восприятием себя, и вот я бы сказал, наверное, с доверием себя, потому что предполагать можно очень много, но дело в том, что этого человека, да, знаете вы. Вы знаете, что это за человек. Вы знаете, какой это человек. Вы знаете, что этот человек из себя представляет. Хотя бы, предположительно, да, вы знаете. И только вы можете ответить на вопрос о том, вот, что значит его действие. Вот. Причем даже если вы не правы, все равно вот ваша позиция, ваша
точка зрения, вот, она более, ну, как это сказать, она более имеет, как бы, ну, более имеет шансы на, значит, на правду, больше похоже на правду, вот, чем то, что придумаем мы, понимаете. Вот. Потому что, ну, у нас это просто, вот, ну, у нас это будет просто какие-то предположения, все. Вот. Поэтому, вот, ну, нужно здесь вам учиться, стараться доверять себе, вот, максимально, чтобы, вот, ну, потому что, ну, вот такие ситуации, они будут, они могут происходить, эти ситуации. Вот. И, как бы, вам нужно на них ориентироваться. Вот. Нужно понять. Вам нужно понять свою заинтересованность. Вам нужно увидеть, как вы вовлечены в эти отношения сейчас. Вот. Ну, желательно. И вам нужно спросить себя, да, почему вот мы общались. Вот. С человеком какое-то время, то есть 2 года, и вот только вот последний месяц мы начали быть в отношениях. Что этому предшествовало, как вот вы к этому пришли, и вот что вы, значит, чувствуете к человеку, да, то есть, ну, направленность ваших чувств, она вот какая? Это больше вот то, что нацелено на человека и для человека. Потому что, ну, я могу, например, представить, да, я могу предположить, что что человеку нелегко, например, да, то есть я могу представить, предположить, что что есть вот у, допустим, там, у него, да, есть сейчас, ну, проблемы какие-то, да, то есть вот ему сложно сейчас и так далее, ну, вот, я могу это все предположить, понимаете, да. Вы же не можете, у вас нет ресурса для того, чтобы на это, сейчас, обратить свое внимание. Вот. То есть вот это такой очень важный момент. И вы сейчас вот, ну, в большей степени ориентированы на себя и на решение, вот, ну, своей какой-то проблемы, своей какой-то потребности. Вот. Это неплохо. Ни в коем случае не хочу сказать, что это плохо. Вот. То, что вы как-то вот вспомнили о себе, да, то, что вы пытаетесь, ну, для себя, вот, значит, что-то получить, да, то, что вы пытаетесь, ну, что-то решить для себя.
это неплохо абсолютно. Ну, вот кто как вы это делаете сейчас, ну, это вот, к сожалению, то, что создает вот некую такую вот деструкцию, да, в отношениях, вот, к сожалению, большому моему. Вот, и, соответственно, вот с этим нужно работать вам. А не заниматься гаданиями, да, и, значит, вот, чтобы каждый, кто во что гораст, да, вот, чтобы, значит, вот, каждый предлагал свои версии. Ну, то есть, версий может быть, ну, бесконечное вообще количество. Вот, ну, я надеюсь, вот, вы понимаете этот момент, да, что очень много версий может быть. Мне показалось, что, ну, ваша идея о том, что человек вас бросил, да, там, ну, она немножко надумана, потому что, ну, а что указывает на то, что он вас, ну, бросил, да, для чего обмениваться с вами номерами, вот, если он вас бросил, ну, то есть это вот то, что прям вот на вскидку можно сказать. Вот. Ну и в целом, вот, самое вот такое, что, ну, самое главное, да, то, что, ну, а были ли, что, ну, а были ли, ну, причины какие-то, да, для того, основания, да, для того, чтобы, ну, чтобы вот предполагать, да, что, ну, что вас бросили. Вот. То есть, ну, без основания, да, вот, без предположений, это же просто ваши страхи. А поскольку страхи вот, ну, в какой-то степени, да, это то, чего мы хотим. Немножко инверсированно, да? Вот. То есть, ну, вот вы, например, можете бояться отношений, серьезно, допустим. Вот. Поэтому вы выбираете себе человека, который, ну, несколько вот, знаете как, на расстоянии, да, от вас, то есть вот не особо чего может там сделать, вот. И какое-то обстоятельство, вот, вы воспринимаете как, ну, как, ну, то, что он с вами расстался. Короче говоря. Ну, это, на мой взгляд, это вот, ну, выдает только вот вашу какую-то, неуверенность в себе. Вот. И, соответственно, вот, ну, вот в этом направлении, да, вам, мне кажется,
и нужно, значит, двигаться. Вот. Понимаете, да, какая штука тут. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Всего самого доброго, удачи, обращайтесь.